Всем привет, друзья, с вами я, Нага. И хотелось бы перед началом данного видеоролика сказать, что тот аккаунт, который я сегодня прокачаю на 100 голды, уйдет вам. Вам всего лишь нужно написать комментарий со своим ID, хороший комментарий, то есть чтобы было по теме видеоролика. Потом подписаться на канал и поставить лайк. Все, этого достаточно. Итоги будут 13 января, когда выйдет новый мувик. Напишу победителю в стандофе. Ну а мы переходим к сборке инвентаря. Так, ну и вот мы переместились, значит, на новый аккаунт. Вот он абсолютно новый, полностью новый, только 100 голды на нем. Буду собирать хороший инвентарь на 100 голды. Поехали. Значит, начнем мы с Глока по дефолтику. Глок, я думаю, это важное оружие, поэтому я возьму на Глок карбон. Ого. Ага. Ладно, буду заказывать, чтобы потратить меньше голды. Вдруг прилетит за 0.03. Так, дальше Юспик. Юспик я планирую взять Пискис. Тоже очень красивый Юспик. Он прям, ну я не могу назвать его некрасивым, потому что он реально очень выглядит неплохо. Дальше мы берем P350, я думаю, ралли взять, потому что ралли тоже очень красивый скинчик. Я откладываю, то есть сразу же мы можем забыть про нож и перчатки, так как это слишком не в бюджет 100 голды. Дальше, тег 9. Тег 9 тропик, очень красивый тег, я считаю. Ну прям очень красивый. Поэтому мы его тоже заказываем. Дальше у нас идет 5-7. 5-7. Я думаю, можно взять Брейс. Тоже очень красивый 5-7. Я просто не знаю, что рассказать об этих скинах. Вы сами видите, что они очень-очень эстетично выглядят. Далее Дигл. Дигл, я думаю, взять скин Dragon Glass. Тоже очень красивый. Ну прям, ну я не знаю, это тавтология, конечно, но все скины, которые я выбираю, по моему мнению, выглядят красиво. Поэтому я не могу сказать, что какой-то скин некрасивый. FABM SM10-14 EM60 я думаю брать не буду, потому что, ну, это на самом деле очень такие оружия. Очень не очень оружие. На Юмпик я возьму Церберус, хоть и оружие не играбельное, но я все-таки возьму его, потому что он очень красивый. Пойдем дальше. МП5 и МП7. МП7, я думаю, взять Палас. 20-25. Так. А вот на МП7, я думаю... Ой, на МП5... Скинов, я думаю, не брать. Это оружие не сильно играбельное. И вообще, в принципе... Я на нем тоже не играю. Я думаю, вы тоже на нем не играете. Либо играете, но, ну, типа, тратиться на этот скин, это, ну, прям вообще капец. Серьезно? Блин, не знаю, кстати. Но нет, почему Radiation? Я вот посмотреть, но он прям, ну, не выглядит зашкварно. Вот, допустим, если сравнить его с каким-нибудь пилотом, ну, посмотрите, ну, что это? То есть сравнить его и вот это вот, ну, я думаю, что он выглядит очень даже эстетично. Поэтому берем его. Дальше продвигаемся. F&Fal по дефолту Tactical за 3.15 закажу. Это будет очень быстренькая сборочка инвентаря. Все. Все, что я хотел сказать. Дальше. Фомасик. Фамас Эйнджер. Тоже очень красиво выглядит. Я его смотрел в игре, с ним играл. Когда-то даже со статрековским, но он выглядит. Дальше, значит, что мы выбираем? Калашик, я думаю, оставить на потом. Возьмем эмочку и МКС-ку. Эмочку я возьму Ронин. Тоже очень красивая эмочка. Рандомненькие такие заказы, как вставлю, вдруг мне за что-нибудь за 0.03 прилетит. Так,
А МКС-ку я, ну, здесь выбор очевиден. Здесь выбор очевиден, я беру М-ку Китсуне. Дальше. Значит, что у нас дальше? АКР-12 и М-16. АКР-12 можно выбрать Флоу, я думаю. Тоже новогодний такой скин, так как Новый год еще все еще в самом разгаре. Я думаю, что подписчик, который получит скин, будет не против с Флоу поиграть. Вот с М-16 проблемы. Я думаю, что фасет лучше, чем камуфляж. Поэтому я заказываю его. Вдруг прилетит за 003. Вдруг повезет. О! Кстати, по лоу прайсу вроде как прилетит. Ну, типа, по недофулу, да. М-40. Ну, М-60, я думаю, вот этот скинчик взять. Ну, типа, по фану поиграть, я думаю, что челику понравится. Что? Серьезно? Я, походу, либо перехватил, либо что? Ну, мне прилетел он за 0-3. По кайфу. Вот как надо трейдиться. Так. Значит, что у нас еще остается? Мои запросы на покупку. У нас Глок не заказывается. И МКоронин. МКоронин я закажу за... Сколько там? За 10.50, за 10.49. 48 даже закажу. Чтобы побыстрее прилетел. Давайте. И вот Глок меня смущает. Что мне не прилетает. За 66 закажу. Будет два Глока у нас на 3 одинаковых. А, он есть уже? Все, тогда отменяем. Так, и что у меня осталось? М-ка, да? Которую меня опять перебивают. 10.57. Вот так поставлю запросик. Так, все, М-ка прилетела. Глок есть. Смотрим инвентарь. Да, вот выглядит красиво. Но у нас еще на балансе 50 голды. И я специально оставил это под АВП, а под АВМ и калашик. Я думаю, первым я начну с АВМ. На АВМ я возьму скин Гир. Да. Скинчик возьму Гир. Вот, значит, закажу за 32.51, чтобы у меня осталось ровно 20 голды, и на эти 20 голды я мог кое-какую тему замутить. Смотрите, я захожу на рарки. Я думаю, все знают, что уже появился новый баг на карбончике. Значит, что я делаю? Я начинаю листать. И когда я долистаю, я к вам приду, когда станут появляться скинчики с наклейками. Давайте. Короче, из-за того, что были технические проблемы, то есть там что-то с интернетом какие-то беды, он резко выключается, поэтому карбон забагать не получилось. Поэтому я куплю калаш экспорт, закажу его, вдруг он мне прилетит за 003, как и этот М110. Вдруг повезет. Вот я заказываю. Тебя за 5 голды! Нифига. За 5 голды прилетел. Что это такое? Что в ролике происходит? Я, конечно, никакой чарми купить не могу, но 15 голды это так-то. Ого-го, еще что можно взять. Но я считаю, что эти 15 голды останутся для человека, который выиграет в конкурсе. Короче, 19 предметов в инвентаре. Вижу Глок, все, ничего нету. 15 голды еще на трейд человечку. История покупок. Так, вот я купил скинчик, кстати. Покажу. История покупок, вот 5 голды. И где-то еще здесь. А, вот и 003. Одна стоит сколько? 1.5 голды. А калашик вообще стоит 16 голды. Ну, типа, везение, а чё нет? Короче, ребятки, вот такой вот ролик получился. Надеюсь, вам он понравится. Поставьте лайк, подпишитесь на канал.
Всем удачи, всем пока. Огни взгляд, меня манят, но не понять. Давайте пять или по пять. Я смотрю на твои волосы, базарю в них тону. Но почему меня меняет время злобно?